Всем привет! Сегодня я расскажу о моде, который очень понравится любителям музыки. С помощью него можно создать свою группу или даже оркестр. Этот мод добавляет музыкальные инструменты в кубический мир Minecraft. Вот, это, допустим, орган, виолончель, синтезатор, барабаны, гитары разных расцветок, маленькое пианино, большое пианино, ну еще так по мелочи. Чтобы войти, мы нажимаем по инструменту правой кнопкой мыши, можем выбрать либо нажатием мыши набирать клавиш, либо, собственно, с клавиатуры. Каждый очень правдоподобно звучит, каждый инструмент. Допустим, тот же синтезатор, у него есть разные эффекты. Допустим, такой. Или такой. Также вот можем взять гитару, нажать на кнопку G. И вот тут почему-то клавиши только на нимпаде работают. Я не знаю, почему так. Ставим ее на место. Маленькая пианино с маленькими клавишами, да. Большое пианино. Но, вот, допустим, для барабана или... Нет, это не виолончель, это скрипка, я ошибся, да. И для скрипки нужны специальные инструменты. Вот палочки, соответственно. Только с помощью них вы можете играть. Или вот смычок. Можете взять и нажать еще правую кнопку мыши. Но она какая-то заунывная, мне не нравится. Также связана особенность со всеми инструментами, которые стоят на стендах. Мы их можем взять, да. Но чтобы положить, надо класть их в определенный квадрат. Вот если мы на стенд наведемся, мы не сможем взять так. Мы не сможем, точнее, положить инструмент. Надо вот в определенный квадрат, вот вы видите, и все стало. У гитары этот квадрат, допустим, расположен вот здесь, вот выше этого стенда. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!